понедельник в Самарской области облачно, пройдет небольшой снег. Днем минус 14, минус 16, ночью 13-15 градусов, ниже 0, ветер южный, скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями, днем минус 15, ночью 12, ниже 0, южный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти облака, осадки в виде снега, температура воздуха днем минус 14, ночью 12 с минусом, юго-западный ветер 1 метр в секунду. В Самаре переменная облачность, небольшой снег, днем минус 20, ночью минус 16 градусов, юго-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.